Ну, привет, друзья! Руки черные, как всегда. Значит, карантин у нас идет. Еле приехали мне болты на заказ, которые. Поэтому пришло время снять вторую часть видео. Значит, я тут пока настраивался, пока тут что-то делал, уже тут пробую, значит. Ну, что-то однотипности на канале не было. Значит, здесь что у нас? Отверстие под резьбой М10, шаг полтора, через 40 градусов. Вот я уже сколько тут их нарезал. Вот. Огромный всем привет. Иван из Череповца, спасибо большое за подарок. Презент обалденный, я очень рад. Привет тебе, если ты меня смотришь. Вот. Ну и всем моим друзьям. Значит, ну что, посверлим. Погнали. Как же ж вас поставить? О, то, что надо. Блин, так я руками за. Да что ж ты? Thank you.
отверстия через 40 градусов напилены. Вот, дальше будет у нас... Что дальше? Дальше сейчас пойду нарежу резьбу вот здесь. И дальше будем уже... Где чертежик? Дальше, значит, мы будем вот эти отверстия сверлить через 30 градусов под резьбу М6. Вот. Ну, все, сейчас пойду там резьбу нарежу и продолжим. А, ну, пока не забыл. С города Череповец прислали презент. Как же не показать? Человек от души подарок сделал. Вот, что он тут прислал, значит, вот такой резец. Т5К10 отрезной. Вот большой резец такой вот он прислал. Так, нечаянно нажал на стоп. Ну, ладненько, смонтирую. Вот такой резец прислал, значит, резьбовых пару штучек. Вот такие вот резьбовые резцы. Вот, дальше вот такие вот фрезы прислал. Сейчас, блин, коробочки в коробочке. Вот, такие вот фрезы прислал. Я так понял, что это твердосплавные фрезы. А не цельняковые, твердосплавные фрезы. Вот такие вот. Конечно, марку сплава не знаю, не написано ничего. Но фрезы добрые. Отлично, у меня таких нету. Так, что тут дальше у нас сверла? Разные. Разные сверлышки. Вот. Такие вот сверла. Дисковые фрезы есть. Вот мечики прислал тут. Разные. Что у нас тут, значит, М12, М20. Этот, не знаю, какой-то мелкой-мелкой резьбою. Вот. И здесь у нас что? Тоже М20. Так, что у нас дальше? Так, вот такая вот фреза. Завернутая. Вот, ну тут резцы присылал всякие. Вот такие вот резечки. Классно. Вот это Т5К10. Тут резьбовые подрезные. Такие вот внутренний резьбовой. Что у нас тут? Т5К10 тоже на пайка. Т14К8. А тут тоже Т5К10. Вот такой вот проходной. Фреза двухперка. Вот. Ну тут пластинок твердосплавных пятигранных. Как раз мне на фрезу мне подходят они. Как раз вот то, что надо. Одна тут что-то слиплась, что ли. Не раздерешь. Ну, раздерем. Вот такие вот. Дальше вот такое сверло под КМ1. Шестерочка. Супер. Вот. Ну, тут качаны. Тут качаны вот разные тоже. Фреза вот такая вот есть. Вот. Такая вот двуперая фреза есть под КМ2. Обалденная фреза. Вот такая вот фреза есть. Тоже нульцевая. Вот хорошая фреза. Ну и сверла пару плашек.
Такие М14. Хорошие плашки, кстати, еще тех времен. Вот такие вот сверло такое вот. Насколько тут оно? А, нет, на R6 M5 на 30. О. Вот такое вот сверло. Точнее, не сверло, я даже не знаю, что это. Развертка, зенкер. Честно сказать, не сталкивался никогда. 21 R6 M5. Огромное спасибо. Очень благодарен. Классный подгон. Пошел я работать. Так, друзья, ну я тут продолжаю. Не стал пока ничего снимать. Я сегодня что-то поздновато попал в мастерскую. Уже 10 часов вечера. Вот, ну вот что сделал. Значит, ну, понятно, что выкатался. Запрессовал флянец в эту дюральку. Вот это, если видно, это центра отверстий. Вот этих отверстий. Это центра. Ну, и так, чисто для себя. Понятное дело, что я взялся от центра, отошел 20 градусов, а потом через 40 пошел их все. В общем, вот так вот. Значит, надо что теперь? Сместиться еще на... А, сделать под вот эти болты лунки здесь. Сейчас покажу. Вот под вот эти болты. Вот под вот эти болты. Нужно сделать потай. Болты не стандарт, небольшой. У них шапка 90 градусов. То есть сверло надо затачивать на 90 градусов. Обычно сверло точится... 60 что ли, чем 80, не помню уже. Не заморачивался никогда. Ну ничего, заточим. Есть у меня угломерчик примитивный, такой почти самопальный. Сверло на 12. Сделаем. И сделать надо фаски углублением на 7 мм. Вот. Ну я пятеркой за раз сверлил. И тут ну, десятку на 6 еще раз сверлим. Ну ничего, тут все сделаем. В общем, вот так вот сегодня. Просто заехала машина на ремонт, ее нужно делать, поэтому пока что в таком режиме, чтоб я не терялся. А то еще хорошо, хоть не жалуюсь. Ладненько, народ, все, дальше делать будем. Так, друзья, ну вот, значит, я сделал эти вот разметку вот эту. Разметку посадочные под вот эти вот болтики. Вот. Заточил сверло под 90 градусов. То сюда не встанут. Ну, там еще резьбу надо нарезать. Великолепно все будет. Вот. Немножко поработаем в поворотном столе. Так, сверление через 40 градусов. Надо вернуться на исходную. Отвлекся немножко. Так, что, угадаем? Ага, оно. Так. Я пока лим подпущу. Он мешается. Погнали. 10, 20, 30, 40. Так вот. Погнали.
Ну что, друзья, финишная работа. Я здесь уже поработал немножко, понятное дело, насверлил. Два отверстия осталось по 30 градусов просверлить. Так, раз, два, три. Такие вот у нас получаются запчасти. Сейчас я на компрессор пойду, выдую это все дело. И уже увидимся на готовых запчастях. Ну вот, друзья, готов комплект на Toyota Altezza под двудисковое сцепление. Фасочки поснимал, все. Вот такое вот сцепление будет.
Конечно, дербануло разочек, но стружечка здесь вот дербанула. Ну так, все хорошо, все красиво, все соответствует чертежу. Все, друзья, комплект сцепления отправляется в город Невинномысск. Поэтому вот так вот человек будет доволен, будет ездить. Не знаю сколько, конечно, но будет. Комплект заводского такого сцепления стоит, конечно, бешеных денег. Ну так что вот так вот. Ну на этом, друзья, с вами прощаюсь. Ждите новых видео. Видео выходит редко, но метко. Все, пальцы вверх. До встречи.